Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить игру под названием Mad Max. Итак, друзья, в предыдущей серии мы с вами все-таки построили нашего архангела, демона скорости, завербовали наколку в качестве штурмана для гонки и выполнили второстепенное задание Надежды, добыли новую машину в нашу коллекцию, в гробнице воина. Вот здесь она была. И теперь, собственно говоря, мы можем поучаствовать в гонке. Но у меня есть еще почти 200 единиц лома. Могу. Очень хочу построить патронтаж оборванца. Было бы, конечно, круто вот такие вот штуки сделать. Но тут прям нужно быть воином дороги. Это максимальный левел. А нам далеко до него. Прямо скажем. Поэтому давайте построим вот эту штуку. И давайте посмотрим, может быть, еще на что-нибудь хватит. Трехствольный дробовик. Навыки. Король пустыни. Куртка. Спутник смерти. Бог ты мой. Можно было бы, в принципе, вот это качнуть. Но не хватает у меня, совсем немножко не хватает. Но повысит это урон от ударов в ближнем бою кулаками значительно. Молотилка. Ладно, потом. Потом. Гастаунская гонка трудна и опасна, поэтому Максу нужно как следует подготовить к ней себя и шедевр. Давайте, ребят, попробуем поучаствовать и так. Хотя бы приценимся. Give you Mighty Boy! It is
А вот про то, что меня заминируют, уговора не было. Обязательно укажу. Взорвитесь, недоноски. Вот как объезжать прикажете вот эти покрышки, которые он выкидывает? Это же... Unreal задание. А причем он из своих неплохо так дамажит. И правильно делает. Хорошо. Ну, твою мать, уже горим. Уже горим. Дымись, паскуда. Хорошо. Главное теперь не попасться. Под горячую руку. ХП у нас не так много. Бляха-муха. Нулевейшая управляемость. Просто нулевейшая. У нашей машины. Просто ноль. На ней невозможно ездить. Но у него, в принципе, не так уж и много ХП осталось. Есть! Ух, получилось. Ну что, ребят, ББПЕ? Похоже, вот это неожиданный поворот. Как и то, что у нее ножи. Хотя это даст ей какое-то преимущество. Давай. Нихера. Надо ее хоть раз законтрить, когда она будет атаковать. Уворачиваться она мастерски. Буквально на ходу. Хэпулю нам терять нельзя. Совершенно. Эх, зря увернулся. Можно было сделать захват. Больше пока это похоже на какой-то капуэра, если честно, чем на драку.
Ты, сука, будешь драться, манда. Как ты меня задолбала. Я уже согласен принять несколько хп, чтобы хоть как-то разнообразить эту ссаную драку. Дайте мне дробовик. Давай, скотина. Давай, 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 подходим. Хотя бы один удар в 5 минут. Тоже неплохо. Вот что толку сейчас было нарисовано? ПКМ нажмите. Если нихера она не нажимается. Видимо, опять бензина задолбила перед битвой, поэтому так и скачет. Наконец-то, наконец-то. Боже мой, неужели хоть какое-то разнообразие? Я думаю, зрители сдохнут от скуки. Порвут рот от зевоты. От этой драки. Давай. Надо ее забайтить на атаку. И потом сделать маневр. Во! ББПЕ. Хорошо. Не получилось перехватить. Давай, 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 давай. Давай. Минус почки, минус ребра, минус башка, хорошо. О, кстати, ее сейчас можно поймать даже на ее маневрах, не обязательно на атаках. Главное, чтобы она мне свою финку не присунула под ребро. А то будет неприятно под конец так обосраться. Фаталити. Dear to us all, though we fear him to the core.
who has conquered death like his father before him. Immortal, an Olympian, a godhead! Чё, Макс, это тебе не бабку лаками отоваривать. В принципе, было достаточно очевидно, что нас придет поприветствовать сам шлем. Твою мать. Короче, не будем на этих ушлепков отвлекаться. Займемся непосредственно шлемом. Так, надо подбирать оружие. Без него, чувствую, не справимся. Прыжок, Макс, прыжок. Так, уходим. Было бы вообще достойно, если бы тут лежали бумпалки. Было бы прекрасно. Можно было бы в бочки кинуть. И готово. Давай. Ого! Нихера себе ультует. Психованный. Ох! Нихера себе. Ну, я ему сношу, конечно, хп. Хоть сколько-нибудь. Но этого мало. Ого! Нихера он бегает. Не этого. Так, надо его забайтить, чтобы он зашел вот сюда в бочки. Прыжочек. Слушайте, ребят, ну если мы ему бензопилой распилили репу, члему, я думаю, что от того, что мы его сейчас побьем кулачками, ему, мягко говоря, похер. О, потрясающе! Великолепная игра, 10 из 10. Оп! Во, давай, Макс. Пили его. Ох! Так, новая порция недоносков пришла. Уклоняемся. Все-таки я его забайтил на то, чтобы он зашел на бочки. Короче, нам нужно драпать. Есть такое мнение? Найти обратный путь к вождю. Побежали. Ничего ты не заблудился, Максон. Все хорошо.
пару заточек. Лишними не будут. Я просто буду убегать. Я не хочу драться с этими недоносками. Опять. А вот помните, ребят, во время какого-то босс-файта я говорил, что вполне может быть такое, что... Босс будет двухуровневый. То есть ХП сначала снимем одно, потом второе. Да пипец. Вы охерели. Я не буду их добивать. Херачить исключительно члема. Уходим, 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 уходим. Благо тут у нас есть оружие. Какое-никакое для ближнего боя, я имею в виду. Так, ладно, этого уберем. Твою мать, сука. Уго, уго. Мощно он отоварил меня. Не сюда, Макс. Пока он валяется, надо его мочить. Бля. Ну не сейчас. Ой, Макс, уходим. Да, блядь. Вы дадите мне воды попить, недоноски вонючие. Нет, не дадут, сука. Не дадут. Но у меня ХП нету вообще. Пошел ты в сраку, недоносок. Кончик тупой, сука. Как я ненавижу это говно. Все, надо уходить. О, ХП восстановили. Неплохо. Давай. Ой, зря. Давай, давай. Оп. Опасно. О. Новая порция. Будет тяжело. Они еще и, суки, уклоняются. Ну, это пипец, ребят. Это пипец просто. Почему ты бросил свое оружие, Макс? Почему? Вот, давай, пили своих. Let's get him to the chair.
There's someone you should meet. Who? It's someone from before. The name you dog eater. There now, Dinky Dee, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. To cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah. Go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking, blood leech! Let me just say! Отлично. Миссия «Бессмертный враг» пройдена. Ох, ребята, да уж. Зарываемся поглубже, называется достижение, которое мне сейчас дали. Ребята, это было просто нечто. Вот эта вот кат-сцена, где Макс женится на Надежде, это было настолько стильно, наркомански круто, я просто дар речи потерял. Так, что-то интересное, ничего вроде. А вот и жестянщик. Magnum Opus? Oh, she's good. Good and safe. But that stank come. He done hit the big chief. А, то есть помойка еще и выжил. That woman. The doctor said concubine. She'll know. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she is fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. Крикун готов выдать вам новое задание пустоши. А... Миссия Надежды. Надежда ищет способ добраться до вождя. Макс нужно наладить отношения с жителями Гастауна и его окрестностей. Завершить два проекта в крепости Фритюра. Понял. Ну что, друзья, давайте, наверное, мы вот этим вот заданием займемся уже в следующей серии. Огромное вам спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Читайте в Твиттере и играйте в хорошие игры. Всем удачи, друзья. Всем пока.